тебя не убедил насчет науки. Огромная польза для человечества. Да какую он тут может принести пользу? А если ты ошибся и уничтожил величайшее открытие в истории? По чьим оценкам? Человечество уничтожит себя, остров останется. Это план на случай конца света? Скажи, что именно тебя в этом смущает? Планирование, ответственность? То, что здесь куда ни плюнь, все сволочи. А ты хочешь хлопнуть дверью и уйти? Ты так всегда делал. Со всеми. И кто ж тебя так обидел? Я его не слышала миллион раз. Что ни день, вокруг одни и те же рожи. И что, вдруг проснешься и захочешь чего-то еще? Ты это всерьез? У меня тут все, о чем можно мечтать. Я буду жить здесь долго и счастливо, и вечно. Я тебе не верю. А мне плевать. Я не знаю, что 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 я не знаю,
Ну что ж, раз эксперимент Егора не удался, он пойдет тусить. Так, мне это прочитать или можно своими словами? Нет, нет. Нужно, чтобы ты сказал именно так, как написано. Текст утвержден. Слушай, я не оратор. Твои военные заслуги многое... Ну, это нам пригодится. А, ясно. Понял. Начнем, когда скажешь. В сегодняшних обстоятельствах программа ИОН... ИОН. Что-что? Как гондон, правильно? Очень смешно. Ладно, ясно. Я готов. А мы что еще пишем? Ёпта, сейчас. В сегодняшних обстоятельствах проект ЭОН... Программа, не проект, программа. В сегодняшних обстоятельствах программа ЭОН предоставляет... Представляет собой. Да кто ж это писал? Давай так, на сегодняшний день ИОН — это единственный шанс на спасение. Вступайте и станьте резидентами. Ладно, день первый, первый день. На этой кассете я веду записи о своем первом... А, черт, мне надо переписать. Мой путь в первый день. Да. Нужно выровнять все звукоуловители VF-22. Это просто заводской брак, моей ошибки тут нет. Измерения должны быть идеально точными. Если моя теория верна, а я почти в этом не сомневаюсь, я смогу преодолеть пространство и время и обратиться к будущему. Ладно, план такой. Массив П в зоне 2. Затем в районе полудня я прибуду в массив Р в зоне 1. Затем пройду вдоль разлома и днем вернусь в массив Ж в зоне 2. Наконец, обогну озеро и попаду в массив Y прямо у моей лаборатории. Зона 3, буду вечером. Единственное, что меня беспокоит... Долбаные резиденты! Они совсем меня не слушают! Их детское любопытство уничтожит все результаты моего труда! Егор, внуши им уважение! Страх! 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 Получилось! 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 Работает! Все заработало! Я даже не думал, что все получится, но получилось! И понадобился мне всего один день на этом гребаном острове! Слышишь, Вэньцэ? Я добился позитивного результата! Этот звук... самый прекрасный звук, который я слышал в своей жизни! Эй! 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 Вы что творите? Какого хера? Эй! Эй! А ну не трогай! Руки убери, я сказал! Уходи! Я сказал, убирайтесь! Отвалите от меня! Что? Тебе тоже вломить? И тебе? Все нахер! Егор не пошел тусоваться, потому что у него по плану научный прорыв. А значит, мне нужно подпортить эксперимент. Никак не бросишь дурную привычку читать чужие записки? Это так не культурно и не этично. Они ведь то и дело попадаются тебе на глаза. Не думал, что это я их пишу для тебя? Ну, по приколу. Что, прям каждый день? Совсем нечем заняться? Некоторые любят писать. Ты попробуй как-нибудь. Приходи на тусу, ублюдок. Один ноль. Кольт против науки. Увидимся на вечеринке, Егор. Я? Разве что программа ЭОН. Так-то ты ее часть. Как и ты. Они все думают, что это только первый день. Они хотели не так этого. Так лучше. По
Память — это не только дар, но и проклятие. Да ты философ. Пытаешься забыть что-то конкретное? Ты бы знал. Эй, народ.
Сладких 5 секунд сна. Вот почему я такой нервный.